Всем привет! Сегодня засниму небольшое видео. Пришла мне посылочка с Казахстана. Город Алмата. Плотников Сергей. Тебе, Серега, спасибо. Как раз пришло на мой день рождения 3 июня. Правда, забрала я его сегодня 8-го. Не знаю, что-то извещение. Так, ну посылочка, в принципе, я догадываюсь, что там. Но сейчас посмотрим. Вообще здесь написано автомобильный ключ. Ну, сейчас распечатаем вот такой вот конвертик казахстанский. Казапочта. Это не полиция надо. Так, вот здесь печаты. Сергей прислал. А, ну, в принципе, да. Постсовет. О. Везечки. Это для маленького токарного. И самое главное, вот. Вот этот полезный инструментик для меня. Я, кстати, сломал свой недавно. Мне как раз сейчас вот надо промерять. Даже мне такого не было ни разу. Видишь, сейчас топорок. До скольки? До 50. От нуля? А нет, до 25. От 0 до 25. Ну вот сейчас нам клапана надо промерить. Ну и тут трещоточку на нашем сломали. Еще его маленько почистить, помазать. И очень отличный инструмент. В общем, вот такое коротенькое видео. Посылочка дошла. Ну еще раз спасибо за подарок, можно сказать. Даже не пришлось ничего платить мне за посылочку. А на этом всем спасибо за внимание. Комментируем, оцениваем. Ну и до свидания.